центре Актюбе расположился самый популярный вуз Западного Казахстана – Государственный медицинский университет имени Марата Оспанова. Первый набор первокурсников прошел в 1957 году и составил 213 студентов. За 60 лет университет подготовил более 20 тысяч врачей и гордится каждым из выпускников. География наших выпускников обширна и разнообразна. За качественными знаниями к нам приезжают не только казахстанцы. В ряду студентов – граждане Пакистана, Индии и стран СНГ. Біздің университетімізде білім беру саласы көз алдымызда күннен-күнге қаршыта өсуде. Әр түрлі кафедраларымызда жаңа білім беру салалары енгізілуде. Мәселен айтатын болсақ, қашықтықта білім беру, стимуляциялық. Сегодня Западно-Казахстанский государственный медицинский университет – это 60-летний опыт и традиции собственных медицинских и научных школ. Это один из крупнейших университетских комплексов со серьезным образовательным, научно-исследовательским, инновационным и клиническим потенциалом. Это 5000 студентов, обучающихся на 5 факультетах додипломного и последипломного образования. Сегодня мы сотрудничаем со всеми медицинскими вузами Казахстана, ведущими вузами России и дальнего зарубежья. Это залог интеграции в международное образовательное пространство. Для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые могут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, мы внедряем мировой образовательный опыт и технологии. Университет привлекает иностранных специалистов на управленческие позиции для участия в образовательном процессе, для проведения совместных исследований, участия в международных конкурсах, на грантовое финансирование совместно с отечественными и зарубежными партнерами, реализации совместных научных проектов, магистрантов и докторантов PhD. Важным приоритетом вуза является реализация принципов адаптации образовательных программ всех уровней междисциплинарной интеграции, интернационализации и полиязычию, развитию навыков обучения на протяжении всей жизни. Военная кафедра вуза готовит обученный подготовленный резерв вооруженных сил Республики Казахстан. Обучаясь на третьем курсе военно-медицинского факультета, проживаем мы в военном институте, а занятия проходят у нас на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова. Здесь нам преподают высококвалифицированные врач-преподаватели. Здесь проходят интегрированные занятия по нескольким дисциплинам, когда одновременно несколько преподавателей преподают лекцию, что позволяет нам развить клинические мышления, позволяет нам наши теоретические знания применить на практике. Гордостью университета являются 3 собственные клиники: медицинский центр Западно-Казахстанского государственного медицинского университета, клиника семейной медицины и стоматологическая клиника. Центр практических навыков университета является базой практической подготовки не только наших обучающихся, но и всех врачей города и области. Оснащен современными компьютерными высокотехнологичными манекенами и симуляторами. Используется система здравоохранения города и области для закрепления практических навыков. Университет по праву гордится высокоразвитой библиотечной структурой, которая не только эффективно сопровождает учебный процесс, но и является основой научных изысканий сотрудников и соискателей различных ученых степеней. Библиотека вуза имеет тесные контакты и предоставляет доступ к фонду медицинских вузов Москвы и дальнего зарубежья. I came from India for 5 years to study here in Marata Ospanov State Medical University, and today I want to tell about how I feel about this university and this country. The teachers of this university are so helpful and they teach us very carefully and sincerely, like their own children. Love you ZKGMU, love you Aktobe and love you Kazakhstan. В образовательном, научном и клиническом процессах используются современные системы информационных технологий. Мы обеспечиваем будущих врачей не только профессиональным обучением со студенческой скамьи, но и создаем комфортные условия в неурочное время. Наши студенты проживают в 5 комфортабельных общежитиях, в которых предусмотрены условия для подготовки к занятиям и отдыха.
В университете создано студенческое самоуправление, функционируют студенческие советы, студенческий профсоюз, совет молодых ученых, студенческое научное общество. Наши студенты активно вовлечены в культурную и спортивную жизнь региона. Они очень милосердны, помощь нуждающимся в приоритете. Ежегодный благотворительный бал с каждым разом набирает все большие масштабы, привлекая внимание не только медицинской общественности. Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова. Традиции и инновации для медицины будущего.